1 сентября – День знаний и первый день учебного года в России. К этому дню особенно готовятся и школьники, и их родители. Учебный год начинается с торжественной линейки. В этот день состоялась линейка в Русской православной школе при храме Рождества Христова. На мероприятии присутствовал глава Западного округа города Краснодара Водолацкий Дмитрий Викторович, представители научно-методического центра департамента образования, духовник школы протоиерей Александр Игнатов и духовенство храма. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Пусть для вас год будет очень веселым, насыщенным, наполненным новыми достижениями. Вот. Особые слова благодарности хочется высказать, конечно, директору школы, педагогам за то, что вы не только даете детям знания, но и вкладываете в них и нравственное воспитание, и помогаете им в трудную минуту. Хочу пожелать вам, чтобы вы слушали своих родителей и, конечно, были внимательны друг к другу, потому что Бог сказал любить Бога всей душой своей, всем помышлением своим и ближнего своего, как самого себя. Чтобы вы дружили, чтобы вы не обижали друг друга, чтобы вы помогали друг другу, чтобы, слушая родителей, вы становились лучше, не ленились, чтобы вы были добрыми и полезными нашему дорогому Отечеству, нашей Церкви и вашей семье. По традиции, перед началом линейки был отслужен молебен на начало учебного года. И Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Русская православная школа имени преподобного Серафима Саровского осуществляет свою деятельность уже 25 лет. Это общеобразовательная школа полного цикла обучения с 1 по 11 класс и единственное на Кубани православное аккредитованное учебное заведение, имеющее конфессиональное представление. Общее образование усилено православным компонентом. Учащиеся изучают церковно-славянский язык, проводятся уроки каллиграфии, в классах проходят часы духовности, которые ведут священнослужители храма Рождества Христова, а также духовенство других храмов. Образовательная программа дополнена кружками хореографии, ИЗО, лепкой. Факультативно учащиеся школы занимаются хоровым пением, что дает возможность ребятам участвовать в песнопениях во время праздничных богослужений. Многие ученики школы посещают военно-патриотическую секцию при храме Рождества Христова. На базе школы проводятся подготовительные занятия для дошкольников в Малышкиной школе. Создана группа продленного дня. Комплектование классов не более 12 человек. Учебный день в школе начинается с общей молитвы в храме. По окончании школы учащиеся получают аттестаты установленного образца. Выпускники Русской православной школы успешно поступают не только в вузы Кубани, но и в ведущие вузы страны. Желаем всем первоклассникам, особенно нашим первоклассникам Русской православной школы, процветания, роста, хороших оценок, чтобы радовали родителей, верили. Начинается очередной учебный год в Русской православной школе. Мы с большой радостью и с надеждой вступаем в этот учебный год. Надеемся, что этот год будет успешный во всех отношениях. В Русской православной школе Господь помогает во всем.